вот, друзья, готовимся. Сейчас мы снимать новый фильм. Нас будет видно хорошо. Беги, кто? Беги. Беги, Варвара. Суть не будешь говорить, потому что интересно. Нет, сценарий пока не обсуждается вообще. Сам писал сценарий? Сценарий писал я давно, за студенческие годы, и сейчас я его переделываю. Потому что тогда я еще писал не для кино. То есть этот сценарий уже не годится. Поэтому, а смысл, суть остается смысл таким же. Вот приглашаю 9 марта. 9-го, что там, какой регламент? 9 марта мы в 10 часов начинаем собираться. В течение дня до 21 часа в суши-баре Суши-До на Собяшева 8А, по-моему, это торговый центр Эссен. Ну, если недалеко здесь. Там мы будем обсуждать, вся команда будет обсуждать будущий проект. Всех остальных, кто хочет сняться, попробоваться в кино, я приглашаю на кастинг. Без роли никто не останется. Я? Кого за 60 тоже? Ну, у вас, вы задействованы в другом проекте. Поэтому, если будет... проект, это вообще заморозился у нас. С Меркелом мы начнем снимать, наверное, не дожидаясь лета. На «Беги, Варвара» у меня приглашены актеры, скажем, большой величины, поэтому этот проект у нас в первую очередь. Приедет кто-то, да? Да. Пока не буду говорить, остается секрете. Дай бог, чтобы приехали, чтобы все было хорошо, чтобы все срослось. То есть регламент такой, обсуждение, да? Обсуждение, читка синопсиса, потом обсуждение локации. Где, как, что. В общем, подготовительный этап. А съемок не будет. Ничего не будет. Только обсуждение. Только обсуждение, да. Ну ладно, закончим, дорогие друзья. Пока вот такой анонс. Спонтанно решили снять. 9 марта. 9 марта. С 10 часов суши-баре, суши-баре. Понял.